Так, 25 мая. Смотрю с балкона и не верю своим глазам. Грибочки. Те, кто помнят, в прошлом году я снимал, ну то ж осенью было, осенью грибы это нормальное дело. А это еще май не закончился. Еще май не закончился. А грибочки уже здесь. Уже растут грибы. Грибы. Вот еще один. Вот еще один. Вот он. О, вот такой. Но сейчас вечер уже, наверное, видно не очень хорошо. Ну вот полянка у нас такая. Травка покошенная. А дуванчики позавчера все скосил. Специально заходил. Позапозавчера косил травку. Вчера вышел специально покосить одуванчики. Что вы видите? Вот там, вот там, вот там. Там я их не трогал. Там одуванчики растут. А здесь все было покошено. Ни одного одуванчика не было. Пожалуйста. И сорока. Вот такой у нас двор. И вот такие у нас грибы. О. Вот. Вот так. А, и елочки мы посадили еще. Посадили елочки, а у елочек выросли. Палочку воткнули, чтобы елочки защищала. А на этой палочке, на самой, проросли почечки. Вот такие. Ну, что ей сказать. Природа. Вода была бы, все было бы хорошо. Вот так. Вот не знаю, как-то у меня с грибами так получается. Всегда так что-то получается, что я... За один раз не выходит. Не, входит и замечательно выходит. Но вчера только снял эти почерыцы. Сегодня уже кто-то их растоптал. Конкретненько так позбивал, растоптал. Жалко, конечно. Ну, с другой стороны, они мне не нужны, но вот они подросли очень существенно. Ну ничего, значит, мы будем их пытаться размножать. Вот маленький новый появился, вчера его не было. Вот еще один. Ну вот просто вот этот я не мог мимо пройти. Ну очень красиво. Такой, правда, его кто-то уже клевал. Птичка какая-то, наверное. Вот так, грибочки. А вообще, сегодня у нас день, очередной день борьбы с травой. Ну, не борьбы, а ухаживания за травой. Вот такой вот озончик у нас. Детки там он гуляет. Хорошо.